Так, ассаламу алейкум, хурметты Казахстан. Ассаламу алейкум, все мои друзья, кто смотрит мой канал. С вами Ергали. Это вот город Петропавловск. Я вот вышел на улицу Конституции. Это наш, так, как говорится, здесь пешеходная улица, где вот в основном гуляют наши горожане. Я вот хотел задать вопрос нашим, значит, горожанам в свете вчерашнего выступления Лаврова, который утверждает о том, что у нас в Казахстане подвергается ксенофобии, значит, русское население. Вот я хотел пару вопросов задать местным жителям. Правда ли их действительно они подвергаются вот таким вот, значит, извините, так, это не, извините, парень, вы русский по национальности? Нет, украинец. А, украинец. Ну вот, вот скажи, вот вчера вот Кирилл Лавров говорил же о том, что якобы есть у нас ксенофобия в отношении вот русского населения. Вы чувствуете за собой вот со стороны казахов? Ну, лично я нет, я не чувствую. То есть у вас друзья казахи и все нормально? Ну да, разные национальности, не только казахи. То есть абсолютно разные национальности. Молодец, спасибо. Спасибо. Так, ну, народу сегодня маловато, хотя время только 6, вот еще вот женщины сидят, сейчас к ним подойдет, спросит. Девушки, можно вам вопрос задам один? Ай? Вчера Кирилл Лавров говорит о том, что у нас русское население подвергается ксенофобии. Правда ли вы подвергаетесь лично ксенофобии? Нет. Со стороны казахского? Нет, 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 никогда не слышала такого. А у вас есть друзья казахи? Конечно, конечно. У меня подруга очень любимая есть, казашка. Приятно общаемся. И не одна даже есть, да? Нет. А что вы говорите? У папы... Не надо меня снимать. Так вы себя в маске. Что вас снимать? Нет, нет, нет. Девушка, извините, можете ответить на вопрос? Вы подвергаетесь ксенофобии со стороны казахов? Как вчера сказал Кирилл Лавров. Нет. Нет такого, да? А у вас есть подруги или друзья казахи? Конечно, есть. Дружите, да? И нормально, да, все? Да, все отлично. Спасибо большое. Ну что ж, 3-0. Пока 3-0. Пойдем дальше. Может быть, найдем, которого подвергают ксенофобии. То есть... А вот сейчас вот молодые ребята идут. Так... это наши ребята. То есть. Девочки, девочки, вы русские по национальности? Да. Вы подвергаетесь ксенофобии со стороны казахов? Нет. Вас обижают казахи? Нет. Нет? А есть подружки казашки? Да. То есть все нормально, да? Нет, да, такого. Спасибо большое. Ну вот, 4-0. 4-0. То есть давайте дальше пойдем. Сегодня, видите, улица вот такая вот пустынная, я вам показываю. Но я вот сейчас туда пойду, там вроде народ более-менее оживленный. Ну, проходят вот по национальности, которые казахи, ребята. Вот парень идет, я их не спрашиваю. Вы понимаете, почему? То есть мне нужны, как Кирилл Лавров вчера. А, Сергей, извините, его же Сергей Лавров зовут. Сергей Лавров, да, что говорил о том, что... И знаете, что самое интересное, да, что я заметил? Что я заметил? То есть в начале было Диас, мы все знаем павлодарский Диас, который заставили... Обратно он поперся, значит, языковой патруль. Обратно они там на кого-то напали, там заставили ее, значит, извиняться. Но хорошо, что хоть не на камеру. Но все равно, я считаю, это нельзя людей вообще вот по национальному признаку вообще что-то где-то. И следом тут же появляется, значит, Лавров. Молодые люди, можете вопрос? Женщина, извините, можно вопросик? Женщина. Извините, можно вопрос? Ну вот сейчас молодого человека спросим. Парень, извини, пожалуйста, можно вопросик?
Вот вчера, значит, Лавров говорит о том, что русское население в Казахстане подвергается ксенофобии. Есть такое? Вы чувствуете за собой такое? Честно говоря, я не смотрел его вчерашний выпуск. Mm-hmm. Думаю, что нет, такого нет. То есть у вас есть друзья казахи, у вас с ними нормальные отношения? Да, конечно. То есть дружите, все четко, да? Да, с детства. То есть нету национальных таких каких-то там? Нет, такого не было. Спасибо, друг, спасибо. Пожалуйста. Спасибо. То есть видите сами, 5-0. Кенесары Сарбаздар. Кенесары наберете, появится. А вот сейчас у дедушки спросим. Извините, можно вам вопросик задать? Вчера, значит, Лавров говорит о том, что русское население подвергается ксенофобии в Казахстане. Нет, со стороны это нет, я не считаю. Нет такого? Нет, нет. А у вас есть друзья казахи? Нет, так у меня все казахи друзья. И не, абсолютно, да, отношения отличные. У меня зять татарин, у него все друзья казахи. Спасибо большое. Спасибо. Да. Извините, можно вопрос вам? Вот вчера Лавров говорит о том, что русское население в Казахстане подвергается ксенофобии. Вы чувствуете за собой такое? Ну, во-первых, я немка. Так. У меня сват казах. Так. И я его очень люблю. Но он вас не ксенофобит. Нет, он меня очень любит, и моего мужа любит, а мы его очень любим тоже. То есть нет такого? И зятя. Нет, нет. Спасибо вам большое. Нет, нет. Я татарин, это немка. Зять казах. Так что... У нас интернационал. Это хорошо же. Конечно. Дружба народов. Конечно, хорошо. Да, спасибо. Да, и она всегда была. Да, она и говорит, мы всегда, говорит, мирно, дружно жили. Ну, прекрасно же, прекрасно же. Я всегда говорил, что и в Коране нам Аллах говорит об этом, что нельзя заниматься межнациональной рознью, то есть делить людей на нации. В Коране четко говорится о том, что в любой нации... Все нации равны. То есть все нации, Аллах создал их всех равными. И поэтому давайте еще вопросик зададим. Извините, можно вопросик? Вот вчера Лавров говорит о том, что российский народ подвергается ксенофобии в Казахстане. Вы ощущаете на себе такое? Нет. То есть у вас есть друзья казахи? Да, есть. Спасибо. Я нормально, положительно отношусь. И да. Ко мне, и все. Да. Но... Нет такого, да, вообще? Нет, по национальным признакам? Нету. Спасибо. Ну, вот видите, 6-0. Лавров в проигрыше, Ергали выигрывает. Извините, ребят, можно вопросик? Не стоит. Спешат люди с работы. Извините, можно вопросик? Короткий. Вчера Лавров говорит о том, что русское население подвергается ксенофобии в Казахстане. Вы это ощущаете на себе? Я нет. Точно вас никто не дискриминирует на национальной почве? Но лично меня нет. А у вас есть друзья, подружки, там, казашки? Конечно, есть. Все хорошо, все прекрасно. Все прекрасно. То есть у вас нет такого? Пока, да, ты казах, ты там такой. Вообще не понимаю эту тему, не хочу даже слушать об этом. То есть спасибо большое. Спасибо за адекватный ответ. Спасибо. Вот видите, 7-0 мы выигрываем. 7-0. Лавров, уходи, значит, с горы. С горы уходи, мы выигрываем. То есть вот по Петропавловске иду, всех подряд спрашиваю. 7-0. То есть царь горы, давай сходи со своей горы. Извините, можно вопросик? Вот вчера Лавров говорит о том, что русский народ подвергается ксенофобии в Казахстане. Вы ощущаете за собой вот такую вот? Нет, пока. Вас не угнетают казахи? Ну нет, пока не угнетают. А почему пока? Ну раз говорят, может быть, еще все будет. Нет, пока нет. Но у вас есть подруги казахи, там казахи? Есть, конечно. И коллеги, и подруги, все нормально у нас, да. У вас нет на национальное что-то такое? Нет, нет, мы дружим хорошо, да. Спасибо большое, спасибо большое. Видите, какие хорошие люди. Какие хорошие люди у нас проживают. То есть 8-0. Извините, можно вопросик? 8-0. Царь горы, сходи с горы. Девушка, можно вопросик вам? Все спешат. И народу нет. Вот сейчас я вот сюда пройду. Ну, до 10 давайте наберем, до 10. И все, потом на этом я эфир закрою. Девушки, извините, можно вопросик?
Вчера вот Лавров говорил о том, что русский народ подвергается ксенофобии. Есть такое? Вас угнетают казахи? Нет, нет. Нет. У нас нет в Петропавловске. Да. А у вас подруги-то есть казашки? Обязательно. И у вас с ними нормально отношения? Прекрасные отношения. Ой, спасибо большое, спасибо. 9-0. 9-0, Лавров. Сходи с горы, царь горы. Молодой человек, можно вопросик? Вчера Лавров говорит о том, что русское население подвергается ксенофобии в Казахстане. Вас угнетают казахи? У меня нет. Ну, а у вас друзья есть казахи, парни? Да, есть. И у вас нормально с ними? Ну, в общем, да. Спасибо, друг, спасибо. 9-0. Да, спасибо. 9-0, Лавров, 9-0. Поэтому еще один вопросик, и будет 10-0. Извините, можно вопросик? А вот сейчас. О, давайте еще одного человека. Сейчас я кого-нибудь здесь. Ну, мне нужен русский, как вы поняли, по национальности. Сейчас будем последнего найдем. И все, на этом я, наверное, эфир закрою. Ну, друзья мои, не забывайте подписываться. Ставить лайки, друзья мои. Лайки не забываем ставить. Не жалейте лайки, видите, Ергали ходит, вышел с тренажерки, уставший. Но ради вас я работаю, хожу по улице, собираю, значит, вернее, задаю вопросы. А вот стоят вот толпа парней, я думаю, сейчас будет что-то интересное. То есть возле кафе толпа парней, сейчас я попробую им задать вопрос. Вон они, видите, стоят. То есть лайки, друзья мои, лайки, не забываем ставить лайки. Друзья мои, не забываем ставить лайки. То есть пока у нас счет 9-0. Вот здесь вот. А, не, ребята, это не русские ребята. То есть нам нужны русские. Мужчина, извините, можно вопрос задать? Я вижу, вы славянской национальности. Да. Здравствуйте. Скажите, вот, да, здравствуйте. Вчера Лавров заявил о том, что в Казахстане подвергается ксенофобии русское население. Есть такое? Я не читал Лаврова, не слышал это заявление. Не, ваше личное мнение. Но личное мнение, я на себе пока этого не ощущаю. То есть у меня есть много друзей казахов. Угу. С которыми я работал, коллеги, мы друг другу помогали, и никогда между нами не было каких-то разногласий, трений на межнациональной почве. Да, да, да. Да, есть межнациональное настроение, к сожалению, в Казахстане они имеют место быть, к сожалению. Просто, видимо, люди забывают некоторые, что мы, как бы то ни было, братские народы, и нас связывает многовековая история. Да, вот. Да, да, да. И те же самые годы лихолетия, красного террора. И Великая Отечественная война, когда целые дивизии погибали на фронтах за единую родину, за Советский Союз. Да, 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 да. Вот. И после войны были репрессии, которые многих людей, в частности мою семью, отца моего маленького сюда сослали. Он жил тогда на Украине. Вот. И когда их сюда перевезли и бросили на Жамансовке, помогали казахи и немцы. А вы не думали о том, что вот нагнетание вот этой межнациональной розни, это искусственно создается? Вполне возможно. И возможно даже нашими политиками. Кому-то это выгодно по-любому. Ну вот вчера. Но не простому народу. Вот вчера, смотрите, вот появляется в Павлодаре есть такой Диас, я его считаю поджигателем. Есть вот такой, он да? Ходит по магазинам и тут же на второй день заявляет Лавров. То есть я вижу в этом связь. Конкретная связь. Вполне возможно. Не исключаю. Да. Вполне возможно. Да. Ну, спасибо вам, друг. Да, спасибо. Всего хорошего. Угу. Ну, вот видите, 10-0. Лавров, вы проиграли. То есть выходите. Сходите со своей горы, вы проиграли. Видите, у нас Петропавловск, какие у нас адекватные, добрые, порядочные люди, которых не получится вам здесь, значит, разжечь межнациональную рознь. Потому что, вы видите, нас связывает, правильно парень сказал, что последний, что многовековая дружба, это раз, протяженная граница, 7,5 тысяч километров.
это два, и вчерашние, значит, наши деды воевали вместе против этого фашизма. То есть очень много-много таких нитей, которыми тяжело их, понимаете, будет разорвать. Но я высказываю свое личное мнение, Поэтому подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Не забывайте ставить лайки, не жалейте лайки, друзья мои. Ну и распространяйте мое видео по всему интернету. С вами был Ергали. Ассаламу алейкум, рахметуллахи ва баракату. Что также переводится с арабского: мира вам, друзья мои. Мир, мир, мир. Только мир.